Не осуждай меня, Господь, не осуждай, не осуждай. И не смотри, и не смотри так сверху грозно. Не осуждай меня, Господь. Толя, на секунду выключи. На секунду выключи. Итак, еще вот с этим деревом я сейчас прощаюсь. Вот. Вот он, королевский. Вот так вот. И с этим я уже попрощался. Уничтожена фаина. Вот она. Ну, манжурские мы не жалеем. Че их жалеть? Сало как сало. Вот. Амур уничтожен. Уничтожены две груши. Это монастырские. Нет, я до них не зашел. У меня подскочило давление, я начинаю заговариваться. Вот они, две монастырские груши. Вот, а это абрикос. Сейчас придет Серега, скажет, давайте еще тут отпилим, там отпилим, некуда новые сорта делать. Ну все, друзья, репортаж из умирающего сада закончен.